данный вертолет Ми-28УБ является модификацией вертолета Ми-28Н. Предназначен для поражения бронированной техники, легко бронированной техники, а также живой силы противника. Имеет вооружение управляемое, неуправляемое ракетное, а также пушечное. В данной модификации, отличие от вертолета Ми-28Н, основное визуально можно наблюдать радиолокационную станцию над несущим винтом. В передней кабине установлено управление. Там может находиться летчик-инструктор, который также управлять вертолетом может с передней кабины. Это основные отличия вертолета. Возможно применение очков ночного видения, а также имеются тепловизионные приборы. То есть в ночное время суток при отсутствии естественного освещения возможно выполнение боевых задач по теплоконтрастным целям. Ми-28 считается всепогодным вертолетом. Ну, соответственно, когда только опасные явления погоды, в такие метеоусловия нежелательно попадать. Гроза, например? Гроза, сильное обледенение, град.